Нам открыты все маршруты! Добрым утром, малыши! Сегодня у нас в гостях участницы группы «Миники» Алиса Милованова и Амина Синжапова. Доброе утро, дорогие ведущие! Привет, ребята! Девочки, расскажите, как появилось название вашей группы и что оно означает? Да, «Миники». Мы назвали свою группу «Миники», потому что старшая группа нашей студии называла нас маленькими. Нам было обидно, и мы решили придумать веселое название «Миники». А вы давно занимаетесь вокалом? Я занимаюсь где-то около года. Я занимаюсь полгода. О, молодцы! А я знаю, что кроме музыки вы еще и спортом занимаетесь. Ух ты. Да, я занимаюсь плаванием и шахматами. А я фехтованием. Вот это да! Как вы все успеваете? Ведь все ваши занятия, наверное, отнимают просто очень много времени. Да, но мне спорт дает много энергии и хорошего настроения. А я сижу за расписанием. Значит, вы любите соревноваться, да? А рисовать вы любите? Конечно! Я обожаю рисовать! Тогда предлагаю устроить художественный батл! Вам нужно нарисовать человечков. Ой. Сейчас Антон будет называть геометрические фигуры, из которых должен состоять ваш рисунок. Ну, правила понятны? Да. Интересно, то есть эти фигуры, про которые мы с тобой говорили до начала программы, превратятся в человечков? Это будут не просто человечки, а человечки из геометрических фигур. Ой, как здорово! Урок изобразительного искусства превращается в геометрию. Или наоборот. Итак, готовы? Да. На старт! Раз, два, внимание! Три! Я начинаю! Начали! Ромб! Ромб! Круг! Опа! Интересно, какие будут человечки? Четыре прямоугольника. Четыре прямоугольника. А следующие фигуры я пропою. Два овала. Два овала. Два овала. И треугольник. Точно! Нет, ну треугольник тогда так. Треугольник! Па-па-па-пам-пам! К предметам изо и геометрии прибавилась музыка. И еще немного вашей фантазии. Тут уже без каких-либо фигур, просто что-нибудь на ваш вкус. Да, Алиса, Амина, добавляйте что-нибудь, что сами хотите. Точно! Все? Нарисовали? Я, Хрюша, обожаю рисовать. А ты? Я тоже очень люблю. А ты и любишь... мне не терпится посмотреть, что же нарисовали девочки. Так давайте же посмотрим, что же получилось у наших героев. Начнем с Амины. Итак, пожалуйста. Итак, я проверяю. Сначала проверю, а потом покажу. Круг вижу, два овала вижу, раз, два, три, четыре, четыре прямоугольника, ромб, треугольник и даже частичку фантазии. А теперь, друзья, внимание, человечек геометрический от Амины. Раз, два, три, показываю. Опа! Ой, это получилась девочка, мне кажется, да? Веселая, ну не знаю. Амина, это девочка или мальчик, как ты думаешь? Девочка. Девочка? А чем она увлекается? Она увлекается тем, что она любит шить. А что она любит шить? Она любит шить шарфики и шапочки. А как ее зовут? Ее зовут Ангелина. А у нее есть подруги? Да. А каких животных она любит? Котика. А мне понравился у этой девочки бантик на голове. Точно, красиво. Ну что ж, на очереди у нас Алиса. Давай свою картину. Проверяю. Раз, два, три, четыре прямоугольника, круг, овалы, ну почти овалы, но овалы. Так, я вижу ромб,
треугольник. Необычно ты его использовала. И вижу частично творческое проявление, фантазию. Итак, друзья, вот человечек от Алисы. Ух ты! Да, смотри, раз, два, три, четыре, прямоугольник, круг, вот овал, я так понимаю, ромб, треугольник, ножки. И это кто получился? Это кто? Это мальчик, такой, можно сказать, медвежонок. Мальчик-медвежонок, здорово. А как его зовут? Его зовут Миша. Миша, ну правильно, он же медвежонок. А в каком он классе? Ну, он не учится пока что. А, он еще маленький, да? А сколько ему лет? 5. А у него есть велосипед? Есть. А какого он цвета? Красного. А он любит, когда птицы поют? Да. Ух ты, а плавать может? Да. Ой! Антон, честно, выбрать лучшую работу непросто. Давай посмотрим на оба рисунка и выберем. А мне кажется, что Ангелина и Миша должны подружиться. Привет! Привет! Как дела? Хорошо! Все, точно, они дружат. Мы отправляем веселую, фантазийную страну. Пусть там играют. Да. Девочки, вам понравилась какая игра? Да, но пришлось включить фантазию. Мне очень понравилось. Никогда не рисовала геометрических человечков. Эх, как жаль, что игра закончилась, и вы уже уходите. Да. Мы для вас кое-что еще подготовили. О. Да, веселую песню для отличного настроения. Ух ты! Здорово! С удовольствием послушаем. Ребята, не переключайтесь, начинайте день бодро. Пойте и танцуйте вместе с нами!